Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами веселая битва гильдий. Будем пробовать нашего Дрейка, которого я собрал дрейчище в топовой сборочке 10-10. Огненка 10-10, вальс 7-7. Holy Conviction, максимальный антикрит, то есть он у нас антикритовый. Будем пробовать пройти битву гильдий плюс, ну, конечно же, ворожай, так как герои, скорее всего, будут сливать. Ну, сейчас посмотрим по ситуации. Посмотрим, какие там у нас сегодня топы. 949. 900, короче, я так понял, сегодня все до лям. 700. Лям. Поехали с этого, так и начнем. Так, с воодушками все. И смотрю, есть Фрея. Фрея — это хорошо. Фрея — это... Very super good. Так, ворожея немножко коцают. У нас есть зеленый смотр. Сейчас попробуем затащить. Стрелок есть. Вот стрелок, конечно, плохо. Стрелок у нас забирает энергию. И это все печально. Мы не можем нормально дамажить Дрейком. Как видите, держаться-то мы держимся, а урон наносим очень хреново. Очень редко он бьет. Там даже Фрэнк, он с ОЗ-шкой. В общем, 30-е герои. Фрея, Ворожей, Зефир. Ему пофиг все. Вот реально смотришь этому герою, пофиг просто все. Ну, посмотрим сейчас, как у нас. Видите, все-таки стрелок очень мешает. Вопрос, хватит ли у нас времени. Ну, попробуем. Для этого мы и забежали на битву гильдии посмотреть, что у нас по времени получается. Юнитов, конечно, много еще осталось. Тихо, ворожей, не дохни. Самое главное, конечно, смотр у нас стрелка не разбирает. Но, в принципе, по времени мы должны, думаю, успеть. Минута 30-41%. Юнитов ворожей с этим подбил, в принципе. Как видите, можно Дрейком бегать. И реально им очень круто бегать на битву гильдий. Надеюсь, там герои не с УЗ. Не с обратками. Он сейчас не сольется. Хотя шанс, как обычно, слива максимальный. Но, как видите, просто старый герой, который с отхилом может творить чудеса. Пожалуйста, 100%, 2 минуты и... Топа нет. И никакие зефиры там ничего не спасет. Причем он у нас собран не на уклонение. Тут будет, кстати, сейчас интересней. Здесь у нас есть и отражалки, смотрю, и зефир. И самое-самое неприятное для данной сборки — это землеройка, который блочит. Вот это самое. Сейчас попробуем кого-то вытащить. Ну, у нас есть ворожай, если правильно попасть в кулдаун, землеройка, по сути, ничего сделать не сможет. Единственное, нам надо на ком-то зависнуть. Вот это тоже проблема. Может, ворожай вытащиться. Было бы неплохо, но Дрейк все равно забежит туда внутрь и потащит всех на себя. То есть тут опасная раста, видите, здесь больше пробивают. Здесь нету Фрей. Была бы здесь Фрея, там вообще на изи проходится. Ну, они пока юнитов, конечно, бьют. Но видно, да, Дрейк реально проседает. Он сейчас подбежит еще. А, Фрея есть, он есть, Фрейка. Как бы нам ее зацепить? Дрейка слили. Дрейка слили, и Фрея вылетела. Давайте другого пока топа посмотрим. Так, 900, 900, 900, 700. Так. Ой, это знакомая такая раста. Они против нас уже были вроде. Если не ошибаюсь. Charming.
Единственный минус то, что Дрейк, видите, он идет вперед. Все, слился, 52%. Кстати, может, если сольемся. А он ближнего боя. Был бы он дальнего боя, это вообще было бы супер. Ну а так, как видите, вот единственный с минусов этого героя, то, что он все-таки у нас ближнего боя, и он бежит вперед. То есть ему надо на ком-то зависнуть. Если нет на ком зависнуть, это печально. Так, поехали сюда. Надо кого-то вытаскивать. Рыжей у нас дальник. Асура, Лукник, Фоба. Попробуем через оккультиста забежать. Ну, смотр, как видите, тоже его нормально так дамажит. Ну и наш смотр восстанавливает неплохо. Тут Раста вообще без воодушевлений. Ну, получается у него, по-моему, 13 целей, если я не ошибаюсь. То есть, по сути, там 300 юнитов, ему надо раз 20 ударить, как минимум. Но бьет он довольно-таки часто. Самое главное не проспать в ржее. Я бегаю без реса, без седны, поэтому тут шанс на слив, как обычно. 33%. Половину юнитов снес. Ну, где-то в среднем его получается около 2 минут уходит на то, чтобы разобрать Расту. Все, юнитов поубирал. Ближних у нас остались еще дальние юниты. Сейчас самое интересное, сколько героев он на себя потянет. Оккультист, в принципе, его не убьет. Единственное, он сейчас дальше подойдет, там Фоба и Огник подбежали, видите, они уже начинают реально дамажить. Поздно выпустили. То есть надо на ком-то все-таки зависать. Вот это вот минус данного героя, то что надо на ком-то зависнуть. Тут у нас шанс слива, как обычно. Сольемся. Да, скорее всего, что сольемся даже. Вряд ли мы дальше забежим. Дефным вариантом. Даже с огненками, в принципе, сейчас герои стоят, видите. Уже все подкачали тоже и огненки, и отхилки. Все тут, к сожалению... Поздновато, надо было все-таки седну брать для отхила. Но мы тестируем как есть. Видите, Фрей нет на ком зависнуть. Вот. Обязательно должна быть какая-то цель, которая будет выбегать один. Он, конечно же, не затащит. Поехали, топ-1. В этой гильдии попробуем. Жалко, конечно, что слились, но... Предел возможностей герои использовали так... Попробуем отсюда забежать, может получится у нас Фрею как-то включить. Вот смотрите, вообще просто слился. Без ворожая никак. Тут молчанка проходит, то есть он должен вместе с ворожаем только быть, если есть землеройка. Хоть у нас есть и Фрея, но мы ее пока не можем задеть. То есть обязательно они должны быть вдвоем. Видите, опять же, он бежит вперед. А там у нас еще и Мэри есть. Фрей, блин. Ну, по Фрей надо попасть изначально. Если мы не попадем по Фрей,
Против Зефиров нормально держится, против землеройки держится, но надо на ком-то зависать, потому что они сейчас просто герои стоят кучно, все в центре, и какой бы герой сюда ни забежал, 2-3 героя они его сольют. Тут побегут все вместе. Вот отлично зарядилась Фрея. Так, Фрея, главное не дамажь много. Самое главное по ней еще раз попасть, чтобы она еще раз зарядилась. Вот Дрейк начал, вот все, видите, он побежал в центр. Без варианта, когда герои стоят так кучно, без варианта вообще. Есть вариант попробовать другого смотра, чтобы Фрейю активировать. Сейчас попробуем. Попробуем такой вариант. Что там у нас Фрейя серая? В принципе, зеленый смотр он должен ее активировать. Так, давайте пока этого забьем, потом того на самом последний этот оставим. Вот тут можно, кстати, вот тут неплохо. Можно и на стрелке зависнуть. Давайте попробуем через Зефира побежать. Опять же, Зефир плюс Стрелок. Ведь Стрелок забор энергии все-таки как-никак портачит его удары. Так, и Фрейя есть. В данном случае самый лучший вариант это просто через Стрелка бежать. Вот когда так раскиданы герои, без проблем. Но когда вместе кучно, блин, надо только на ком-то зависать, пробовать. Иначе шанс слива максимальный будет. Но все равно даже со стрелком, как видите, он по чуть-чуть дамажит, плюс ворожей подбивает юнитов тоже, сколько там у него, 6 целей. 6, 20 получается. 20 юнитов плюс-минус они вместе забирают. Где-то полторы минуты и начинается веселье с созданиями. За счет священного суда вот отхил хороший получается. Я не знаю, сейчас видно, не видно будет. 420к, если я не ошибаюсь. Я видел. Так, вот Дрейк начал проседать. Ну. 79%, видите? Все-таки собака просел. Тут тоже у нас... Шанс слива сейчас может быть очень максимальный. Все, ворожай слился. Сейчас мы можем слиться просто на изи. Хотя, в принципе, стрелка вынесли. Но эти вдвоем, я не знаю, там или Фрейю затащат. И сейчас, если пойдут по кругу, они могут зависнуть. Вот так вот, ребят. Без сливов никак. Так, там Зефир у нас. Там Зефир, в принципе, собранный. С маскировкой. Самое главное пройти Фрейю и Огника. Огника мы, наверное, вряд ли пройдем. Огник собран с хорошим дефом по 3500. Дамажем. Есть Огненка. Победный, возможно. Но очень мало дамага прямого проходит. 24 секунды однозначно. Мы тут уже не успеем. Даже если мы убьем сейчас Фрейю. Она хилится тоже нехило. Мы дальше не успеем. Вот так вот, ребят. Вот вам Дрейк. Будем в следующий раз пробовать командорку, которую мы собрали. Так, ну. Блин, а в принципе мы могли успеть, если бы они сейчас разделились. Пару секунд там не хватило. Ладно, поехали дальше. Видно, конечно. Ну чё ты подвисаешь? О, ребятушки. Новая битва гильдии. Веселая, конечно, темка.
Такс. Даже не знаю. Тут, я думаю, тут тоже без вариантов. Шанс на слив больше всего, видите, без ворожея против. Даже нету смысла. Попробуем на угол вытащить. Опять же, мы здесь бегаем сейчас без отхила, без реса, точнее, с отхилом не проседает, видите, чем жестко проседает. Беседная, шанс 99% на слив. Даже если мы сейчас дойдем, мы сейчас просто юнитов добьем и пойдем сразу же в центр. А в центре нас просто все встретят. Единственный вариант это то, что мы будем заряжать фрейку, но мы пока на нее попасть не можем. Вот все, побежали того Лаймери и все остальные. Видите, тут только вариант. Можно, в принципе, Анубисом попробовать. Либо вариант можно попробовать зефиром, либо огненком. Ну, просто активировать фрейм. Зю активация это. С третьего огненка тоже сливается. Под молчанкой. На ура. В общем, Дрейком надо на ком-то зависать. Единственный вариант. Даже если мы справляемся с молчанкой, нам нужно как-то активировать Фрею. Видите, они все бегут, Дрейк бежит вперед, и ты тут ничего не сделаешь. То есть такой расте, к сожалению, когда герои стоят в центре, Дрейк только через активацию Фреи. Больше других вариантов пока нет. Потому что тут все стоят кучно. Попробуем подбить. Вряд ли мы сейчас подобьем. Им тоже. И все-таки фрайку вытащили. Дрейка, видите, слили под молчанкой. Вариант Анубисом пробовать. Убрать юнитов сразу и активировать фрейм. Потому что пока мы убиваем юнитов, мы по чуть-чуть продвигаемся вперед и варианта никакого нет. Фоба. Что-то как-то странно смотр, фобу дамажит. Без варианта, в общем. Либо же 1000 раз позадротствовать, попробовать словить. Так, вот они вдвоем выбежали, в принципе. Вот сейчас неплохой вариант. О, Фоба. Фоба нам шанса не оставил, он тоже молчанку кидает. И все. Под молчанкой очень сливается быстро. Сейчас попробую зефиром еще подбить. Видите, он все равно, блин, падла вперед. Учиться вперед. Давайте попробуем вместо Фоба сейчас кинуть Анубиса. Это опять же, если есть Фрей. Нету Фрей, варианта никакого у вас не будет. Не знаю, сейчас мы сможем быстренько слить или нет. Им Анубисом надо еще и Анубиса хорошего.
иметь. Под молчанкой сложно будет, с таким анубисом надо все-таки более дефного пробовать. Будем стартануть через... А, все равно анубис бестолковый. Надо другую сборку для анубиса. Не сливает героя вообще. Немножко юнитов, конечно, задел, но этого мало. Ну, фрейку мы активировали, но маловато. Надо, чтобы по фрейе больше попадали. Надо хотя бы минимум раза два, чтобы он ударил. Тут опасно. То есть пак там, как видите, к сожалению. Анубис без... Ну, Анубис уже давным-давно беспонтовый. Дрейка слили. Тут юнитов мы нормально убрали. Давайте попробуем. Спас там получше немножко стоит. Все равно сливается. Без вариантов, в общем. Пока юнитов не разберем, мы фрей активировать нормально не сможем. Так, ну фрейку задели. Блять, дальше всех выпустил вместо юнитов. Можно попробовать еще юнитами, конечно, поспамить. Как вариант. Может, хоть так повезет. Он ударит. Ну, видите, тут фрейю не активировали. Побежали все равно вперед. В общем, ладно, его оставлю потом. На попозже на стримчике побегаю. Пишите комменты, ставьте лайки. Такой вот Дрейк, как видите, для Дрейка надо на чем-то упереться, потому что других вариантов пока, к сожалению, нет. Либо чтобы герои, как у меня, например, стояли по краям, и можно тогда уже запускать его и проходить. Но когда они стоят кучно в центре, это все беспонтово. Все, всем удачи, всем пока.